Знание правил дорожного движения – это как часть хорошего воспитания, поэтому ГИБДД приходит рассказывать об опасности на дорогах к самым маленьким людям, тем, кто ходит в детский сад, и сегодня это Пушкинский детский сад «Тополек». Наши сказочные герои, они, наверное, уже устали, потому что они сколько много всего объехали и приехали к вам. На территории Московской области в период с 23 апреля по 23 мая проходит широкомасштабная социальная кампания «Повод для обгона». Кампания проводится Российским союзом автостраховщиков при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и Госавтоинспекции МВД России, а также при участии экспертного центра движения безопасности. Парень в костюме сотрудника ГИБДД, аниматор из экспертного центра движения безопасности. Но для детей он настоящий блюститель правопорядка на дороге, где ездят автомобили и сигналят друг другу водители. Раз, два, три. Разговор с детьми, конечно, идет в развлекательном стиле. Автомобили, включая общественный транспорт, показаны костюмами, как добрые друзья, легковушка и автобус. И с помощью игры поднимаются серьезные темы. Одна из таких тем – поведение в маршрутке во время передвижения или в семейном автомобиле, будь то микроавтобус или легковой автомобиль. Скажите-ка, пожалуйста, можно ли высовывать в окна различные предметы или, например, свои руки? Нет! Такие темы под общим названием «Повод для обгона» поднимаются не только в детских садах, но и в автошколах. Подача материала, конечно, происходит по-другому, так как возрастные категории аудитории совершенно разные, и количество информации совсем другое. Водители должны знать в несколько раз больше, чем дети. Вообще мы в целом, общем и целом говорим именно о безопасном поведении на дорогах. Да, это перекликается с правилами дорожного движения, но это занимает, так сказать, больше, более обширные эти правила, потому что если водитель будет знать, как правильно действовать на дороге, да, не только правила дорожного движения, а и в целом, например, в правилах записана минимальная дистанция между автомобилями 2 секунды. Мы же рекомендуем ее держать 3, и в зависимости от погодных условий больше. Это им помогает, рекомендуют, так сказать, уберечь их от аварий, возможно, и так далее. Бывает так, что даже сами инструкторы начинают задавать вопросы специально, чтобы разъяснить какие-то ситуации, с которыми они считают, что это немножечко спорно. В отличие от начинающих водителей, начинающие члены общества пока еще учатся всему. И сегодня аниматоры показывают и рассказывают им, как правильно вести себя в автобусе. Девочки, ваша задача сейчас будет зайти в автобус. Если будут свободные места, вы можете садиться, а если нет, нужно будет стоять и крепко держаться за поручни. Готовы? Тогда двери открываются, можете заходить. Пока два человека держат автобус и, по сути, являются водителем и кондуктором, пассажиры за ними занимают места в автобусе, а все зрители – это двигатель. Поточки и доедем до ближайшей остановки. Смотрите-ка, а вот и наша остановка. Такие мероприятия нацелены на все Подмосковье. Пока они проводятся только в нескольких районах, и Пушкинский – один из них. Здесь волонтеры и сотрудники ГИБДД посетят 9 школ в самом городе и одну школу в городе Красноармейск, а также 8 детских садов в городе Пушкино и 2 детских сада в городе Красноармейск. Такие мероприятия не обходятся без подарков для детей. Это светоотражающие мешки для обуви с надписью «На них я главный пассажир» и такими же светоотражающими брелками. Для того, чтобы дети с воспитателями безопасно ходили на экскурсии, им дарят светоотражающие жилеты. Когда вы будете отправляться на какую-то прогулку, например, за территорию детского сада, или в путешествие, в кино, или на экскурсию в музей, вы будете одевать эти жилеты и будете самыми заметными пешеходами на улицах вашего красивого города. Правила дорожного движения, конечно, дают рекомендательный характер для всех, но в автошколах учат водителей, будучи за рулем, прежде всего думать своей головой, как поступить правильно и избежать ДТП. Родители детей учат, прежде чем переходить через дорогу, посмотреть по сторонам и ждать, пока машина проедет, если она приближается, даже если это происходит у пешеходного перехода. И, конечно, нужно правильно рассказывать обо всем детям, начиная с возраста от 3 и более лет, чтобы у них с детства было понимание о безопасности на дороге. Алексей Сухой, специально для телеканала «Твой».